Вероятный виновник автокатастрофы в Навашинском районе Нижегородской области заключен по стражу. Суд решил, что 24-летний молодой человек, находясь на свободе, может скрыться от следствия. Поэтому окончание расследования уроженец Дагестана будет дожидаться за решеткой. Камиль Магомедович обвиняется по части 5 статьи 264, а именно в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли по его неосторожности смерть двух и более человек. Трагедия разыгралась в полдень 5 ноября у поворота на деревню Анциферово. Водитель МАЗа, перевозившего строительный материал в виде досок, заходя в крутой почти 90-градусный поворот, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Его неудачный маневр закончился лобовым столкновением с пассажирским автобусом. На тот момент в пазике находились 22 пассажира. В результате ДТП у грузовика лопнули удерживающие груз ремни, и автобус буквально накрыло лавиной досок и бревен. 5 человек погибли на месте, 2 скончались в больнице, и еще несколько человек сейчас находятся на грани жизни и смерти. Врачи борются за жизнь 4 пострадавших. Примечательно, что еще на месте автокатастрофы водитель грузовика не признавал свою вину. Вот в машине ДПС его опрашивают полицейские, но мужчина сидит с опущенной головой и пытается отвернуться от журналистов. Не чувствовал себя виноватым мужчина и в зале суда. Пояснил, что на полосу, предназначенную для встречного движения, он не выезжал. И, значит, столкновение он не совершал, а наоборот, автобус, водитель автобуса, значит, нарушил правила дорожного движения, совершил выезд на его полосу движения и совершил с ним столкновение. Под стражей вероятный виновник автокатастрофы будет находиться до 5 января. За это время следователи проведут ряд проверок и соберут достаточную доказательную базу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.